Министерство сельского хозяйства в целях обеспечения раннего финансирования посевной 2024 года перечислило второй транш оператору программы «Кендала». Первый транш в размере 15 миллиардов тенге был выделен аграрной кредитной корпорации в январе. В целом на льготное кредитование посевной и уборочной 2024 года предусмотрено 140 миллиардов тенге. Более трети из них уже поступают на счета хозяйств. Они пойдут на подготовку посевных площадей, сельскохозяйственной техники, на приобретение необходимых материалов, семян и удобрения. Программа кредитования «Кендала» предоставляет займы со ставкой не более 5% годовых. От фермеров страны на сегодня поступило 1800 заявок на сумму свыше 62 миллиардов тенге. На данный момент удовлетворены 294 заявки, остальные на рассмотрение кредитной корпорации.